два витка штопора, петля Нестерова, переворот на отвесной горке и в конце заход на посадку с выключенным двигателем. Все эти фигуры сложного пилотажа могли увидеть зрители авиашоу, устроенного на аэродроме в Панино в честь Дня авиации. Впервые это шоу прошло здесь в прошлом году и вызвало такой интерес, что организаторы решили сделать его ежегодным. Мы раньше собирались просто своим кругом. Наш клуб приглашали своих жен, детей, мы там делали для них показательные полеты, покатушки. Вот. Потом садились вечером за столы, отмечали этот праздник. У нас это все весело проходило. И постепенно это переросло в такое вот мероприятие, очень масштабное, в котором все... В празднике приняло участие около 20 единиц техники – дельтапланы, парапланы, автожиры, кукурузник, яки и сверхлегкие бекасы. Пилоты показали максимум того, на что способны эти модели и даже больше. Самолеты Х-32 «Микс» обычно используются в сельском хозяйстве для опыления полей, а также в качестве учебной техники. Но сегодня именно на нем выполняли петлю Нестерова и другие сложные фигуры. Фигуры высшего пилотажа на данном типе самолета, они запрещены для пилотов-любителей. Но вот так как я являюсь производителем их и должен испытывать их, вот я выполняю эти фигуры, но с учетом той, не превышая той перегрузки разрешенной, которая должна быть. На этом шоу собрались участники из разных авиаклубов, в том числе и подмосковных. Организаторы говорят, что принять участие хотели пилоты и из других стран, так что вполне возможно, что в следующем году это шоу станет международным.